Hello, my dear friends, I'm Olga Adamovich Basile. We finished our 54th season, Golden Time Musical Festival and Competition. So, very short result of our season. Academic vocal, Hayek Padrachan, Güzel Ahmadeyeva, Teona Sadberashvili. Pop vocal, Laura Maria Mascal, good progress from the last season, Абрамян Стефания, Дэвид Астафьев, Евгения Семеткова, Храдищенко Олеся, Инна Юхимчук, Жулдис Адибекова, Росси. Piano, good group from Turkey, Kan Rusgar Burkan, Erzam Demir Gürer, Parviz Bahirov, Zarifa Mahmudova, Dyuli Kasmani, the good group from Baku as well. Yeah, very professional musician. Ellen Balasanyan and Anahit Avitisyan, great duet. String instrument, Batagos Ibraeva, and string duet, string and piano, Tatiana Nemna, Yana Pashenka. Ethnic instrument, Sargis Serabian, and composer, Yelena Solome. Just have one request. When you choose your group, please, it will be helpful if the ethnic player, ethnic musician, will be choose the ethnic instrument. So you will be compared through the different ethnic instruments and not with a string instrument, for example. Same thing for singer. Please, if you sing the folk song in academic way, so okay, it's academic vocal. But if you play it in a pop way, or maybe if you sing in a folk way, choose carefully the group. Same thing for pop music. If you sing jazz, choose jazz. If you think rock, choose rock. That will be really helpful for me, and I think for another member of jury, to compare it with the same singer or same player to have a better result. Thank you very much and have a very, very great success in the future to everybody. Дорогие друзья и участники Golden Time проект, я Ольга Адамович Базилия, у меня есть к вам небольшое предложение. Я думаю, что после подведения итога все задаются вопросом, почему у меня такие баллы, почему кто-то выиграл, почему я нет. Я готова ответить на любые вопросы по анализу вашего конкретного выступления, помочь каким-то советом, да, прокомментировать мою оценку. Ну, помимо того, что моя оценка может быть связана не только с тем, как вы играли или пели, но и с тем, с кем вы конкурировали. То есть, если в вашей возрастной и жанровой категории попадаются более профессиональные, более подготовленные участники, конечно, как бы хорошо вы не выступили, ваш балл немножечко снижается, все относительно них. В этом-то и смысл конкурса. Но я стараюсь быть честной и поощрять, конечно, даже тех, кто внимательно читаю, как давно вы занимаетесь чем-то, как давно вы выступаете, и стараюсь дать честную оценку вашему выступлению, несмотря на другие показатели. Словом, если у вас есть желание пообщаться на тему вашего выступления, обсудить его, понять, почему, что можно доработать, какой может быть мой совет, я готова к сотрудничеству и по согласованию, да, с организаторами конкурса мы вот подумали, что может быть такая вот услуга, которая поможет вам готовиться к следующим конкурсам, уже
с большими знаниями и с большим пониманием, как все работает и какие требования мы предъявляем к участникам конкурса, ну и в целом к музыкантам. Так что добро пожаловать, буду готова ответить на любые вопросы относительно вашего выступления на нашем конкурсе. Желаю успехов!